Да, в Беларуси за многое отвечает президент, обладающий колоссальными полномочиями. Это определяющая гарантия реализации социальных обязательств государства перед людьми. Но готовы ли вы, белорусы, сегодня эти полномочия с этой конституцией передать другому? Я не святой. У меня есть все. И хорошее, и плохое. Но вы меня знаете. Вы знаете, на что я пойду, на что нет. Что я могу, а что нет. Вы знаете, что ваша жизнь для меня святое. Все. Остальное забудьте. Завтра придет, возьмет человек, новый, неизвестный, эту конституцию. Какую политику он будет проводить? Вы его удержите от обвальной приватизации? Вы его удержите от того, что он столкнет страну влево или вправо? Удержим. Сегодня уже удержите и без меня. В этот критический, важный для страны момент вы должны точно осознать, права на ошибку у вас, белорусы, нет. За нами будущее. Еще один конституционный тезис, который является стержнем моей политической доктрины. Государство должно создать человеку все возможности для достижения его целей. Но каждому надо понимать, что без повседневного труда и ответственного отношения его мечта останется просто мечтой.